рыженького почесухи у любимого камушка. Ой, увидал, дружок-то. Всем привет! Идешь за хлебушком? Иди, мой хороший. Ну, как ты взял-то сбоку? Все выбил даже. Это тот наш рыжий. Наш рыжий, да. Ой, рыжий, ты как дыхнешь, да как мужик после будуна хорошего. И тот самый мужик. Мужик, да. Мироша, хорош трындить. Так это мужик. Мужик. Что сделаешь? Да ничего не сделаешь. Мужик, он и есть мужик. Ой, обломился. Ой, рыжий, обломился. Чавкает. Ой, так ему так вкусно, он так, у него слюнки, видишь, текут. Он так хлеб обожает. Так это нормально? Да он реально, ты что, не видишь? А я хочу тоже дать ему. Вот уж нет. Нет, он тебе руки отгрызет. Да он не отгрызет просто, ведь все-таки это... Нет, хлеб я не дам тебе давать. Зачем? Можно поглаживать? Погладь. Он же на людей не бросается, да? Да, рыжее мое чудище. Кабан. Кабан. Все, полбуханки. Слупашил. Кабан мой. Это же не кабан. Мирон, ты так орешь. Только одного тебя и слышно. Ну, куда у нас рыженький? Да все, подъел. Ничего не оставил, ничего. Не проверяй. Не проверяй, все скушал. Все, кучеряшка моя. Ой, линяет, вон новая шерстка лезет. Линяет кучеряшка. Скоро это все щетины не будет. Вон какая мелкая лезет. Все ушли уже домой, девочки, все закрыты. Пришло время теперь рыжему гулять. Да, рыжему время пришло гулять. У него в друзьях остается только Миша и гуси. Все. Да, Миша и гуси. Ну и мы тут между делом бродим. Она пошла в будку. Да, ей не нужна эта компания. Да, мой хороший. Да, мой рыженький. Что чавкаешь? А что ты там чавкать продолжаешь? Ой, рыжий, ты линяй такой смешной. Такими проплешинами. А, проплешина. Ой, ты проплешина. Ну давай поглажу-то, давай. Давно не гладила, да? Ой, рыженький. Куда-то пошел мой рыжий на прогулку. Вон девочки тут устроили. Каждый день здесь Лёшка у них. Вот он на эту Лёшку идет. Запах-то есть, девок? Вот тут они. Тут они и копошатся. Сейчас пойдет, покажу вам бассейн, который выкопали девочки. Это ужас. Вот он туда идет. Погружается. Вот самая натуральная грязевая ванна. О, погрузился, все. Вот, девочки, что тут наделали. Так, я отойду подальше. Вот так, на расстоянии маленько. Антон сейчас, если встанет, то я буду бедная. Вот так. О-о-о. Хорошо, что я отошла. Теперь другой бачок. Вот так хорошо. Девочки для него приготовили. Какой бассейн? Это они выкопали. А с крыши течет. Это у меня козы здесь живут. Он подглядывает в окошечке. Он подглядывает. Малыша, ты подглядываешь за нами? Подглядывает.
Ой, дети, вы сейчас близко даже не подходите, потому что это комок. Текайте. Ой, со всех-то сторон. Ой. Рыженький, ну ты кайф словил. Дарушка, ты-то что тут откуда взялся? Ой, Айдарка как-то попал сюда. О, чудовище идет. Вот это отряхнулся смачный парень. Ох, аж со всего течет. Ну все, сейчас пойдет ко двору, где девочки. Он еще туда не ходил? Или ходил? А фиг знает. Может и ходил. Что-то я... Дарик, ты-то тут откуда взялся? Двери вроде закрыты. Не знаю, как он прошел в загон. Поругайся. О, как грозно-то. О, как грозно-то, да, дружок? Ой, ты грозен, грозен парень. Да, иди, иди, иди скорей. Иди поругайся. Поругайся на него. Молодец, молодец. Ну вот, показала вам рыженького. То давненько не показывала. Спрашивали, Дарик у нас или это дети его увезут. Дарик наш. Он будет жить у нас. Он уже ходит со мной пасти коров, овец. Правда, его боятся все, кроме баранов и козла. Тех он сам боится. Ой, об камушек почесаться пришел. Вот так вот. Все 33 удовольствия. Я снимаю длинное видео, потому что вы просили, что это у меня все коротенькие. Вот вам длинное видео. Рыжий, только не ко мне. Не-не-не. У тебя даже глаз не видать. У тебя даже глаз не видать. Рыжий, не ходи. Ой. Гарик убегает. Молодец, молодец. Близко-то не подходи только. Ну, в общем, смачно повеселился. Ну, в общем, все, рыжего показала. Сейчас покажу вам уточку, что я не обманываю. Вот она так и продолжается. Дарик, Дарик, Дарик. Дарик, почему ты везде сущий? Ой, давай, давай, сюда из огорода. Давай. Вот она так и продолжает. Деточки под ней. Она продолжает их охранять сверху. Вот, не обманываю. Ну вот, все, наверное. Сейчас пойду детей в бане мыть. Уже поздний вечер. Вот Миша с сыночком. Миша с сыночком. А так, понеслись, понеслись. Он, кстати, они, кстати, не очень... так скажем, общаются. Вот он, она побежала к себе, а он за ней не побежал. То есть как бы он с человеком уже ходит. Так, ну, наверное, все. Прощаюсь всем. Всем спокойной ночи. Кто уже спит, а мы еще бродим. Всем пока.